Всем привет! Сегодня будем обозревать Windows 95. Здесь настройки экрана. У меня такой был 800 на 600. И здесь вот такие параметры были. Выбираю SuperVGA. Применить. ОК. Display Apping. Темы стандарт Windows, здесь screen saver, это значит заставочки, как в XP-хе. Это пуск. Здесь стандартные games, игры, интернет, мобильный интернет, System Tools, онлайн сервисы, понятно. Вот здесь документы является, здесь Control Panel, как на XP-хе, без лаков, ну, без тормозов. Вот. Windows 95 надоело чуть-чуть. Давайте переключу на Windows 98. Без лагов и тормозов. Но чуть-чуть потормаживает. Здорово, гребешки. Прям как XP похоже. Но Windows 98 станет скоро как Windows XP. Виртуалка. Скучная, никакого смака. Ну ладно. Всем пока.